Мы находимся за кулисами Словацкого башкирского драматического театра. Сегодня здесь проходит очень яркий и красочный конкурс «Алло, мы ищем таланты». Особенность этого мероприятия в том, что оно проводится на башкирском языке. Всего в этом конкурсе принимает участие порядка 40 студентов и школьников города Салават. И хочется сказать, что молодежь этого города действительно талантливая. Они отлично поют и отлично танцуют. Прямо сейчас за моей спиной выступает танцевальный коллектив Салаватского педагогического колледжа «Ансамбль Ихлас». Скажите, пожалуйста, как ваши впечатления после того, как вы выступили сегодня перед словацкой публикой? Все отлично, мне очень понравилось. В общем, здорово выступили. В городе у нас много конкурсов, разных конкурсов, но они в основном почему-то проходят на русском языке. И вот мы совместно с Советом молодежи при исполкоме Всемирного Курултая Башкир решили провести такое мероприятие именно национального характера. Главной целью было выявить таланты среди учащихся средних общеобразовательных учреждений и среди студентов. Вот, и наша следующая песенка для маленьких детей. Я учу башкирский алфавит. Мы КВН команда «Страйк», мы из Стерлитамакской государственной педагогической академии имени Зайнаб Бишевой. Сегодня мы приехали на это замечательное мероприятие «Алло, мы ищем таланты» на башкирском языке, конечно. Вот, ну и играем КВН, мы тоже на башкирском языке. Вообще, как мы думаем, мероприятие прошло на довольно-таки высоком уровне. Вот, ну и зал тоже очень хорошо нас воспринял. Я танцевала башкирский танец. И, в принципе, мне конкурс понравился, и пришла я на этот конкурс чисто показать себя. Вот мы сейчас с коллегой сидим, разговариваем, и очень даже обрадовались, что вот первый год проводится в этом году этот конкурс, очень даже нужен для выявления талантов. Талантов, как мы видим, оказывается, очень много у нас в городе, среди школьников, среди студентов тоже. Очень хороший, нужный конкурс, я считаю. Мне понравился очень баянист Бакиров Альфред. Он играл с чувством и так задушевно, очень хорошо. Вот, знаете, чувствовалось, как он старается упорно. Это была башкирская мелодия. Вот, и когда он играл как раз припев, все там были написаны слова, и все пели, потому что эта песня была здоровская. Вот и закончился двухчасовой гала-концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты», который впервые проходил в городе Салават. Прямо сейчас за моей спиной происходит награждение победителей данного конкурса. Но мне хочется отметить, что несмотря на то, что победителей не так много, все участники действительно талантливы и были достойны победы. Денис Абузаров, Денис Итяшев, телеканал ЮТВ, Салават.